Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь специально для вас в Турции, в регион Кушадасы. Отель, который мы будем с вами инспектировать дальше, это Sea Life Family 4. Пойдемте его посмотрим. Продолжаем наше путешествие по территории отеля. Переходим на территорию другого отеля. Это у нас, судя по всему, уже другой отель, четверка. Сейчас я уточню. Мы были сейчас с вами в этом отеле, и мы перешли через дорогу в другой. Я говорил, что частный сектор, оказывается, это не частный сектор, это их отель. Трехэтажные бунгало. Найдется. Прямо на входе вас встречают гранаты. Если кто-то не видел, как они растут, вот так вот они растут. Территория у нас состоит из четырех и трехэтажных бунгало, бассейн, свой аквапарк. Сейчас мы с вами посмотрим номер. Номер 106, это у нас family. Входим, значит, на входе у нас сразу плитка и номер весь в плитке, двухъярусная кровать, кондиционер индивидуальный, небольшой плазменный телевизор, холодильник, чайный уголок, балкон. Если вам понравился мой обзор, вы можете меня отблагодарить, просто подписавшись на мой канал, рассказав про мой канал своим друзьям, знакомым. Это будет самое лучшее ваше спасибо для меня. Спасибо, что смотрите меня. Пишите ваши комментарии, отзывы. С вами был Лосинок Евгений. Балкон с видом у нас на ресепшн пятерки отеля, в котором мы только что были с вами. Балкон средних размеров, два кресла, столик. Идем дальше. И здесь просто деревянной перегородкой отгорожена комната. Двери нету. Здесь две кровати стоят. Телевизора здесь нету, но места для него, в принципе, есть. Но здесь нету. Шкаф свой. Большой. О, какой. Так, идем дальше. Ванную комнату давайте посмотрим еще. И рядом стандартный номер. Тип. О, как красиво сделан душ. Душ обычный, тропического нету. Фен маленький. И все. Если вы хотите поехать на отдых, вам необходима помощь, вы можете обратиться в нашу компанию. Наш сайт viking.by. Там есть раздел «Контакты», связывайтесь с нашими менеджерами, и мы организуем отдых, который вы хотите. Если же вы самостоятельный путешественник и хотите сделать все самостоятельно, вы можете воспользоваться нашей системой онлайн-поиска payviking.by. Там есть онлайн-поиск и онлайн-оплата. Все делайте самостоятельно, приходить никуда не надо, вы получите свой тур дистанционно, не выходя из дома. Номер 105 стандарт. Заходим, на входе у нас плитка, и по всему номеру тоже плитка. Ванная комната, душ обычный, все как в стандарт, как в family, в котором мы были только что с вами. Давайте зайдем, посмотрим все равно. Так, идем дальше. Здесь у нас уже одна большая кровать, хороший большой стандарт, LCD-телевизор, чайный уголок, холодильник. Что у нас тут есть в баре? Бар-бар-бар. Опа. Бутылочка воды. Ну, возможно, будет что-то другое. Пока так. Балкон. Балкон больше, чем в соседнем номере. Два стола, столик. Еще
еще я не обратил внимания, здесь есть диван. И шкаф, все стандартно. Сейф, тапочки. Кондиционер индивидуальный. Все. Это вся территория, видите, она компактная, вокруг бассейна расположенная. Корпус бунгало. Хочу вам немножечко поближе показать аквапарк детский, потому что для туристов, которые поют отдыхать с детьми, я думаю, это очень важно, чтобы дети могли здесь хорошо отдохнуть. Водные горки, как правило, работают они с 11 часов, потом обед у них. И опять мы вернулись к водным горкам. Это вся территория отеля. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня.